Дорогие друзья, сегодня в кафе Садко выступала Ксения, которая исполнила прекрасные песни для всех присутствующих. Давайте узнаем у Ксении ее впечатления о сегодняшней вечеринке в кафе Садко. Ксения, скажи пару слов о сегодняшней вечеринке. Ну, знаете, на самом деле мне очень здесь понравилось. Здесь очень дружелюбная атмосфера, обстановка. Я впечатлена. Все люди очень добродушны ко мне, такие гостеприимные, потому что город Губкин, он не родной мой город, к сожалению или к счастью. Я живу в городе Старый Оскол. Но, пользуясь случаем, я хотела бы поздравить всех вас уже, наверное, с прошедшим праздником, потому что это видео вы будете смотреть не в этот день, а в другой. И хотелось бы пожелать всем студентам сдать ваши зачеты, экзамены, практики и дипломы только на 5, потому что я сама студентка, и мне сейчас предстоит защищать диплом. Ну и, конечно, всех Танечек с днем, с Татьяниным днем, чтобы вы цвели, пахли, как розы, чтобы у всех все было хорошо. С днем студента, дорогие друзья! Ну что, это была Ксения, а мы пойдем тусить и зажигать. Это кафе Садко. Всех с днем студента!